улицам города праздник шагает. Почетных гостей горожане встречают. Огни фестиваля зажгутся опять. Сани примчались, пора начинать. Государственный флаг Республики Беларусь. Синеокая Беларусь. Миролюбивая, независимая, гостеприимная, чистая и светлая. Честная и красивая. Она наша, любимая. 160 лет назад белорусская железная дорога сыграла немаловажную роль в строительстве городов и промышленных объектов. Брещина – первый регион. Регион высокого потенциала, обладающий развитым промышленным комплексом. Баранович – один из немногих городов страны, чья история связана с железной дорогой. Неспроста паровоз красуется на гербе города. 1971 году первый товарно-пассажирский поезд проследовал через станцию Барановичи, положив начало истории нового населенного пункта. И спустя 150 лет Барановичи сегодня крупный промышленный центр и железнодорожный узел. На смену паровозам приходят современные поезда, обеспечивая качественную оперативную доставку пассажиров и перевозку грузов. Отрадно, что отделение нашего города вносит весомый вклад в формирование имиджа всей белорусской железной дороги. Перед Новым годом традиционно раскупают практически все билеты на поезда. Кто-то едет отмечать Новый год домой, на свою малую родину, кто-то предпочитает отправиться в путешествие и отметить этот праздник с друзьями. Так пусть поезда белорусской железной дороги, как новогодние волшебные сани, везут вас по маршруту счастья, удач, улыбок и безграничных побед. Сотнях ярких праздничных огней.
наш город приветствует областной фестиваль-ярмарку «Берестейские сани» и всех гостей праздника. Мы очень рады, что наш город удостоен чести принимать у себя этот масштабный фестиваль. Все ждали этого праздника и приложили максимум усилий, чтобы фестиваль поистине стал народным, сказочным и незабываемым. «Берестейские сани» – это уникальный и совсем молодой проект. Идея создания фестиваля принадлежит председателю Брестского областного исполнительного комитета Юрию Витольдовичу Шулейко. Впервые фестиваль состоялся в прошлом году в городе Брест. Масштабно, ярко, с народными гуляниями, песнями и танцами. И вот в 2023 году мы встречаем «Берестейские сани» у нас в Барановичах. Рождество, сочельник, Новый год, крещение, чудо, настроение, сердце праздник ждет. А когда мы вместе грянем хором песню, наш мотив знакомый каждый подпоет. Гуляй, душа славянская, гуляй, гуляй, гуляй. Сегодня праздник, все печали забывай. Пусть радость встречи нас закружит над землей. Гуляй, славяне, гуляй, славяне, гуляй, славяне.
Торжественное открытие фестиваля. Берестейские сани в городе Барановичи состоялось! Застучало и место, сердцу стало так мало. А ветер, что кружится по свету, несет пусть песню эту. Выше наших рук только звезды, а счастью улыбнуться не поздно. И пусть ночью бой часов всех разбудит. С праздником вас, люди! Пусть звучит громкий снег.
говоря, добром столет живите, встречая радостно рассвет, и всей душою жизнь любите, не зная горестей и бед, дай Бог вам счастья. Thank you.
день еще одна, задача сложная. Сложная.
какие они дружные, какие они талантливые. Но времени ждет. Нам нужно еще несколько адресов найти. Куда же отправимся теперь, Снегурочка? Проспект Ледяной, дом номер 9. Подожди-ка, мне кажется, этот адрес мне знаком. Отправляемся туда. Пошли, пошли. Повторяйте за нами! Кому-то нравится кофе, кто-то любит чай, а я тащусь от какао, какао – такая! Еще раз! Лучше колбасы – это вкуснее, чем шоколад, ароматное какао очень сильно. Ручки выше! Это очень вкусно, а запах просто клево. Это лучше, чем фанта, это лучше, чем кофе. Бежим! Мы не знаем, что ты любишь, мы не знаем, что ты пьешь, но лучше вперед! Дедушка, а? Это же шустрая девочка Арина. Она забыла. Thank you.
Браво, 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 аплодисменты, спасибо вам, красотки. Вас я просто-напросто не мог не заметить. Выходите сюда. Город должен знать своих героев, потому что с такой силой, силой танца приходит большая ответственность. Разрешите, пожалуйста, а как вас зовут? Светлана. Светлана. Вы очень, я так понимаю, веселый, позитивный человек. А вы из города Барановичи? Да, я в теме. А, вы в теме. Так, тогда возьмите и меня. От нашего Брестского ликера водочного вот сюда все самые добрые, позитивные мысли записывайте, оставляйте. Большое вам спасибо. Пожалуйста, друзья, ребят, у нас
один, поехали! Бляшь у бороде. Час пришел я.